В Дербенте открылся центр IT-куб. Это стало возможно благодаря национальному проекту образования. В IT-кубе детей обучают ускоренному освоению актуальных и востребованных знаний, навыков в сфере информационных технологий. Также ребята получат возможность бесплатно изучать языки программирования, разработку приложений для смартфонов и робототехнику. Отметим, что центр открыт на базе технического колледжа имени Ашуралиева. Хотела бы вас всех, особенно ребят, поздравить и город Дербент поздравить с таким ценным приобретением. Информационное образовательное пространство – это здорово, это круто. Ребята, вот обращаюсь к вам. Используйте каждый момент, который вам сегодня дает жизнь и государство.